Это видеообращение к мужчинам и парням, которые проходят разные тренинги, чтобы начать больше зарабатывать денег. То есть ты проходишь разные тренинги, получаешь информацию, теорию, а навыки ты так и не используешь. То есть получается, что ты просто продолжаешь накапливать информацию и не можешь эту информацию применить, потому что как только берешься, откладываешь на потом, у тебя апатия, тебе лень, часто сталкиваешься с прокрастинацией. То есть что-то внутри тебя борется и не дает тебе возможность поменять жизнь. То есть ты хочешь начать больше зарабатывать денег, тебя не устраивает то, что у тебя сейчас в жизни происходит, тебе не хватает, ты не можешь закрыть свои цели, да? Помимо этого, если ты уже взрослый, то ты понимаешь, что годы идут, а ты так до сих пор себя и не реализовал, и не исполнил свои мечты и цели. Пойми такую важную вещь, что дело здесь абсолютно не в тех тренингах, а дело в тебе. Внутри тебя есть что-то, что сопротивляется. Как раз таки это и есть ограничители и финансовые блоки, которые есть в твоем подсознании, и они были там внедрены как раз таки твоими близкими людьми, родителями. То есть если ты вырос в семье, где твои родители были бедные, и это все окружало тебя, тебе говорили о том, что деньги это плохо, что богатые люди это плохие люди, что нужно быть совестным человеком. То есть получается, что у тебя уже с детства сложились определенные ограничители по поводу денег. Пока ты эти ограничители не уберешь, ты не сможешь зарабатывать денег, и сколько бы ты тренингов бы не проходил, ничего не поменяет. Поэтому, если ты хочешь как раз-таки убрать вот эти ограничители, записывайся ко мне на бесплатную консультацию. На ней мы с тобой разберем, какие ограничители конкретно есть в твоей жизни, и что они могут сделать с твоей жизнью, как они могут ее разрушить, и что будет, если не устранить как раз-таки эти ограничители. Ссылка в описании.